Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Вот данная часть номер 3 зажигательной камеры, точнее подогретого котла многофункционального, как для пиролизного газа, так можно работать и на пропане, и на природном газе. Срывной клапан, пронит не поставили. Еще врезки не сделали под уходящие, подачу обратку циркуляции на теплоноситель. Установили горелку пиролизную. Розжиг в автоматическом режиме будет. С помощью пропана. Через небольшую такую горелку. Это с 4-й серии я вам покажу установку. Автоматику все. Вот сама горелка, труба в трубе, сюда будет привариваться фланец, здесь будет пиролизный газ, здесь подача воздуха, вот, и все быстро снимается, переставляется на другую горелку, допустим, на дизельку. Вот, дизельку я буду устанавливать. Ламборджини 150 киловатт она уже. Вот. То есть по пластине подогнал, подходит все прямо идеально. Вот что тут дальше еще? Дальше будет производиться обшивка самого котла, утепления. Вот. А будет еще установлен здесь вот так врезка еще одна под типа такой контроль факела.